прыгнули в яхту, заправили танки горючкой и пошли на наш Хорнби-Айленд. Идти туда 112 километров. Достаточно далеко, достаточно долго. По расчетам примерно будет в районе 11 часов, 11 с чем-то. А мы только покинули наш Ванкувер. Сейчас у нас сколько времени? Ну, где-то около часа дня, наверное. Будем там ночью. Да, мы уже далеко. Ванкувера уже не видно. И BC тоже. Еле-еле видим Боун Айленд. Очень-очень слабо. Такое. Поднимается волна потихонечку. Уважаемые. Шли мы. И почти что мы пришли мы. Вот солнце садится, если видите, за горой. Нам надо, вот там бухта есть. Прямо, блядь, так быстро садиться, да? Слева от мачты есть бухта, туда надо зайти, и там будет у нас морищ. Эри. Вот так вот мы. Вот там Ванкувер уже где-то, его не видно даже. Еле-еле виден Боун Айленд. Ванкувер не видно. Там Нанайма. Нормально прошли. Уже хорошо прошли. Станем здесь. Хорошее место, надеюсь. Посмотрим. Дядя капитан Игорь хочет пиво попить еще. Пока зайдем туда. Да. Почему нет? Обсудить обстановку. Я бы тоже не отказался бы, наверное. Надо походить по острову. Все разведать. Где что к чему. А потом уже это самое, готовиться к завтрашнему туру. Черт, господа! Зашли, почти зашли. Вот в эту бухту заходим и все. Вот один из этих островов, но это не Хорнби, это какой-то другой остров. Потому что до Хорнби мы уже не дойдем. Вот я вижу рыжий дом там. Видишь? Ну вот, я говорю, дом, да. Вон еще один дом стоит, вон там. Оттуда идут, да? Это все закрывает автодром, да? Прикольно. А я туда шел, тут еще вот там у нас тоже спиннер был, куда где спрятаться, и не знал, где такая бухта есть. Пошли мы, ребята, сюда, здесь уже все, это мы зашли в саму эту бухту, это остров, как бы два острова. Это один остров и это второй. Находятся они на середине этой Джорджии. Как он называется, это залив, пролив, я точно не помню.
Ну да. Белый катер. Да-да-да. А там, видишь, там сквозная фигня. Да-да-да. Слушай, там красивое место было бы там стать. Да, но когда прилив отлив, там будет, знаешь, что там будет твориться? Понимаешь? Ну да, там будет вода, бля, хуя. Там. Да. Там будет как это самое, как река. Да, сносись будет, течение будет. Ну. Они, может быть, об этом еще и не знают, где пристали. Что-то плывет там. Ты видишь, да? Где? Вот прямо перед нами. Нет, белое что-то, это разводы вот такой вот фан, господа. Яхта, это, конечно, очень хорошо. Яхта, это хорошо. А я не знаю, она у тебя немножко зависает. Ну, может быть. И стрелка, смотри, я поворачиваю, она сразу не реагирует. Сейчас нормально, а вот брошу уже зависала. Ну, чуть-чуть. Наверное, да. Может, вес учить мне, чтобы ехать? Кстати, у этих двух тоже стояночные горят. Вот он. Машина, сейчас, только зеленая. Ранивается. Все, колись. Вот тебе еще не надо. Окей. Ой, хуя себе, красная, блин. Там любой есть. Это для дискотеки. Красный. Да. Ой, мешается. Выпили вина, легли спать, вроде как бы. Да, надо, наверное, точно снимать. Расстегивать спальник, потому что ведь не очень удобно спать. Жарко, жарко. Реально жарко, да. А здесь же воздух еще никого не поступает. Надеюсь. Ой. Ой, ребята. Вот это романтика. Это вам не в отеле, а отдых где-то. Отдых на яхте. Сначала 12 часов идешь по заливу. Идешь. Не то слово идешь. Ну и ладно. Идешь, 12 часов идешь. Ну вот пришли, и то не дошли до нашего острова, куда мы идем. Туда еще идти, наверное, час-полтора, наверное. Короче, встали, нашли бухту. Теперь стоим тут вот. Попили вина, поболтали. И спать легли. Завтра с утра проснемся. И пойдем дальше. Спокойной ночи. Батарейка почти села. Доброе утро, Канады. И вот мы отчалили от первого острова. Идем на второй, на наш Хорнби. Сейчас у нас 7 утра. Мы проснулись. Красивенькое место. Мотор и поднимать паруса. Ну, будем давай отсюда. Пройдем это ущелье, там поднимем. Да, будем глушить мотор и поднимать паруса. Капитан говорит правильно. Шкипер наготове. Поэтому сейчас
снимаешь камеру и прыгаешь вот туда, и помнишь, что делать, да? Ага, вот. Сейчас бегу волосы назад. Ладно, see you later. Чуть-чуть опаздываем. А, сука. Голова, голова пошла. И очки могут быть. Да. Это дорогие очки? 20 баксов. Гуччи. Да. Гуччи. Военная суденышка идет. Идет к нам. Ага, там подруливает. Ну. А вот и наш остров. Вот на какой лодке хуять, смотри. Hornby Islands. У тебя как лимо, блядь. Лимо? Лимо. По сравнению, на которой еду, видишь, люди? Ну да. У тебя лимо. Ну да. Там три человека, блядь, если ебать. Тем более три там, блядь, по пути. Друг на друга сидят. Да, вот эта знаменитая лагуна, голубая. Пом-пом. Капитан Улитка и шкипер Якорь. Пути. Прибываем в место назначения. Трибюн Бэй называется заливчик. Вот Паша такой порядок оптику протирает. Сейчас будет высматривать место стоянки. Военные тоже бойщики прямые, а если за якорь бросили, отдыхают в рабочее время. Это где-то, блин, надо якориться. Я думаю, возле той яхты встанет, когда про яхты где-то стоит. Яхта там. Блин, здесь уже, блин, 10 метров, где ты сейчас идешь? От 10 до 20, блин. 10 метров? От 10 до 20, от 10 до 20, но тот чувак стоит аж там. Так вот, блин. Я по видео смотрел, вот там и сидела яхта на мире. Я сыграл перехватил, блядь. Я помню, они стояли по этой стороне, как яхты больше. По этому углу. Вот там углу позвонить было. Справа они стояли. Сейчас идет прилив. А это яхта или катер? Ну сейчас полный прилив, упадет вода. Сейчас начнет падать с трех 50 упадет максимум до 2-12. Короче, с полтора метра. А максимально упадет. А? Я сам испугался. А максимально упадет. Максимально на 2-12. Полтора метра спустится, потом будет опять большой подъем на самый верх. Очень большой подъем. Я знаю, что от пляжа. 84, очень большой. От пляжа почти полкилометра, 500 метров уходит вода. И с берега. Мы ближе километра не можем подходить. Короче, вон та яхта стоит в притыке. Мы там и ставим яму, он, наверное, знает. Короче, в 12 ночи будет самая высокая точка. Поднимется прилив с 2-15. Будет 4,86. Вот сейчас поставим на 3 метра. Сейчас под нами сколько? Еще один военный стоит, смотри. База отдыха. Вот такой. Ну если военный тут стоит, то значит нормально. А вон еще вертолет летит, смотри, какой-то необычный. И самолеты стоят. Шлюпку спустили, они сейчас поедут на берег.
здесь и сверху. Здесь. А здесь сюда будет. Дальше будет. А здесь уже день. Так уже не горит там. А здесь сюда будет. Вот чуть-чуть дальше пройдешь, там написано. Это по БТА-яху стоит. Контейнер какой-то плавает, видишь? Спускайте. Что-то там лежит. Морковка. Приманка. Да, у них тоже вон шлюпку скинут. А тут есть флаг какой-то белый, видишь? Встаем все. Белая в верхнем левом углу канадских ножек. А почему надо ходить белого? Вот белый там уголки такой только канадский, да? Что это обозначает? И там какой-то герб сзади еще есть. А если прилив, это хорошо, да? А что они не в форме ходят? Это какие-то, может быть, просто частные судно, а? Они же в форме, это, по-моему, военные. Да. Не, лучше ставить на отливе. Мы тогда будем знать теперь. На приливе плохо ставить. Мы не знаем, сколько вода упадет. Сейчас отлив. А? Сейчас. А, нет, сейчас прилив пойдет. А, сейчас почти самый верный. Это не та же яхта, где мы ночевали. Тут мачтовая такая же. Не они случайно, а пошли на нас где-то, а? Похожая, да. Но я не думаю, что там. Они могли, наверное, нас с той стороны. Мы с той стороны пошли, а они могли с той стороны пойти. Это они, по-моему, есть, нет? Не знаю. Очень похуй угадаешь. Похожая яхта, да? Скоро под нами уже. Игорь, давай чуть правее возьми. Правее? Справа от этой яхты. Это лучше, да? Да. Я помню, на видео вот там они все стояли. А там мест больше, я знаю. Ну это они, мы их уже видели. Я смотрю, та же яхта. Причем вот паркуйся на середину, наверное, между этой яхтой и вот этой. И сколько там будет? Там написано 6,7. 6,7? Да. Так зачем нам? А там? А нет, там написано 5,7. 5,10? Это мало очень. Ну, сейчас прилив. А нет, сейчас будет. Сейчас прилив, я вижу по берегу. Я тебе говорю, я забыл. Давай-ка здесь мы проверим, якорь. Проверим якорь, правильно? Давай, проверяем. Да подойди-то, как она стоит что-то. Что показывает я сейчас? 5-7? Это килевая яхта, да? Или нет? По-моему, мы такую там видели уже. Они это не они. Похоже, но киль есть, нету? Нет. Там три есть, да. Но у нее такой, знаешь, такой длинный, такой пологий. Да, ну. Я не вижу, да. Свой включатель, блядь, Ленин, блядь. Скажи мне, кто ищет. Точно, вот сейчас под нами сколько? Лепота. Видишь, корабль даже не идет. От 5 до 10 написано здесь. Ну, пробуем заводить. Мы сейчас ее вниз опустим и будем двигаться, пока он не зацепится, правильно?
чем-то чуть-чуть смахивает на Long Beach. Территория. Вкусно, блин. Здорово. Ты видел эту тему? Привет, а что ты делаешь? Отлично, бери с тобой. А где щетку можно надеть? Окей, отлично. Зомби Айленд Дайвинг. Короче, всем, слышишь? Арбор Офис. Что здесь? Гофа, приливы, отливы указаны. Мотор еще. Мы вышли на котиков посмотреть, заснять их. Где-то тут котики сидят на вот на этих на одних из этих рифов, мы вот это все видели. Ну, подожди, мне надо смотреть вперед, чтобы, блин, камни не было. Не волнуйся, никуда не денусь. У нас здесь кампграунд. Короче, неплохой кэмп такой. Вообще, блин, место очень интересное. И вон туда вот нам надо будет завтра валить назад. Через Нанайма и через Гибсон, Шмипсон, наверное. Не, через Гибсон пойдем. Как сюда шли. Зашли в магазин, в Марину, купили печенье. Маринка неплохая такая. Вон котики. Видишь? Целый остров котов. Смотри, сколько много их. Я думаю, там или вылежат тоже. Целый риф полный кошаков. Сколько их там кишит просто. Смотри, сколько их. Там, блин, 50, больше. Вот. Видишь, они все в воду, блин, в воду пошли.
кишло. Кошачье кишло. Вон белое, видишь? Прикольно. Такое стадо, блин. Я первый раз вижу стоп котиков, блин. Офигеть. Всех в воду загнали. Один остался, смотри. Ну, несколько он сидит. Какие? Ну, еще пять сидят там. Ладно. Собрались здесь все вместе, атаковали бы нас. Дали бы нас тихо. Что вот к нам приехали? Ну. Сожрали бы только так, если эти вылезли. Клыкастые такие. И все смотрят такие. Что смотришь, а? Они все нас хотят съесть, Шурмус. Просто так смотрят, что ли? И думают, что как-то непонятно. Что они тут хотят? Офигеть, какая стая. Офигеть. Блин, на 50-х где-то в районе того, наверное. Думаю, блин. Офигеть, смотри. Вот сейчас, показаться кататься, чтобы ты знал. Ну да. Легко. Они же охотятся. Съемка улет. Сколько мяса плавает, смотри. Ну. И все наверху. Легко добываемые. И легко сейчас может показаться касаточка. Вот это будет съемка тогда. Смотри, все внимание на нас, у всех внимание на нас, да? Ну. Что-то там, блин, рычат, что-то там фурчат. Нас окружают. Где не кажется, нет? Ладно, пошли. Ничего делать не может, кроме того, как держать стаканы. Стакан и чипсы есть. Котиков видели, целую горище. Ну блин,
Вот просто пипец. Очень такое зачетное место, зачетное. Необычное, но плавали, вода прозрачная, видео увидели. Так что ойстеров наловил капитан Улитка. Оп, с краника так винчика. Чуп. Я охерел, когда это ходил. Что такой большой объем? Упаковка стоит 40 баксов. 4 литра вина. Большой объем по большой. Самое интересное, что штиль уже, блин, второй день, полный штиль. Стоит почти не ветер, нифига, не волны. Ну как, не больше пол, мы шли немножко напротив. Ну да, чуть-чуть, ну, да. Нормально мы до тут дойдем. Чего? Нормально дойдем, что там? Встречный, видите, где там тут встречный. Ну что? Ну что, хотя, блядь, пойдем туда. Туда, потом туда, до Нанайма за бензином, если тут нам надо встретить. Да какого Нанайма? Нам бы до острова до этого дойти. Спрятаться в этой бухте. А дальше? А дальше что? Хотя бы за остров зайти, там уже меньше будет ветер. И что дальше? Ну и стоять на ночь там. Что? А потом идти, если надо будет бензин на Найма? На Гибсоне. На Гибсоне вторая заправка. Мы до Гибсона дойдем на этом бензине. Уже сейчас мне здесь не нравится, а там будет пи***ер. А мы не готовы, мы это будем. Потому что... Не, надо выходить, смотри, когда мы пойдем они утром, чухают. У нас здесь весь день, мы что-то там... Сейчас, давай, сейчас темнеет. Давай, сворачиваем нормально. Еще не сейчас темнеет, еще время есть. Пока еще время есть. Потом времени уже не будет. Я, Игорь. Пойдем уже, нам уже возвращаться некуда прятаться. Где будет прятаться? Мы за остров хотя бы зайдем за тот и все. Там уже будет намного меньше, блядь. А там вдоль острова пройти до той бухты, блядь. Спокойно дойдем, блядь. И там встанем. Красиво, прекрасно, но, блядь. Постоянно в открытой местности. Ловить ветер, бля, это нахуй не очень хочется. А то сейчас мы подали, чтобы уехать. Квест есть завтра, а? Нам сейчас главное спрятаться от этого шторма, бля. Покажи, квест, ветер, квест есть. Так это нам... Паша. Как ветер west-east? Объясни мне, блядь. Так это, так с запада будет дуть. Ну, не понял? Ну не сейчас же он будет дуть с запада. Он завтра будет дуть. Завтра будет west-east. Вот когда мы там будем, оттуда мы по west-east и пойдем туда, с утра. Он уже в 12 поменяется. Мы стоять в 12, а утром уже пойдем. Да нас нахуй выкинет на песок. Да не выкинет. Давай, Грян. Короче, блядь, не надо так попыхаться. Это ж не шутки, блядь, Игорь, ты сам знаешь, блядь. О! Так вот сейчас, this evening, с востока ветер, блядь, туда, там против ветра идти. Он сбоку нам будет. East, east, ветер, east. Он сбоку east нам evening, будет. Она говорит, east. East-South, южно-восточный ветер, а прямо вот туда вот будет хуярить, туда, вот туда. East-South, это он будет на... Туда надо хуярить, сейчас я вижу, как хуярит, сейчас именно это хуярит. И мы пойдем, нас туда будет хуярить, мы паруса не поднимем, мне это надо. Короче, возьмем мотор. Я возьму, конечно, мы будем готовы, но мы пойдем, блядь, сейчас подумаем как. Я не могу взять ничего, я не возьму Пашу. Окей, я возьму. Я постраховать могу, можешь мне, может, ногой подавать? Нет? Вперед. Давай, ногой. Ложи. Давай. Держи власть.
Единица. Я сюда потяну. Да, телефон тут не в тело лежит, конечно. Эти тоже ушли, бля. Ну да. Что говорю? Ты мне не сможешь подать. Давай, я отсюда возьму его. Кидай. Пускай. Пускай. Почему на бензе не говорит? Этого дня нет у нас. Она игнорирует. Сейчас я лодку дарю нормально. Уходим отсюда. North of Nanaimo, strong wind, warning attack. Слышал? Короче, мы туда не идем. Это strong wind, уже начинает. Уже утром начинается strong wind. И он будет нам попутный туда. Он будет south east. Понимаешь? Он будет нам туда. Ванкувер хуярит. Он сейчас идет оттуда, storm а он идет, а он сюда дует. Нет, он идет сюда, а он куда похуярит. Вот, я понял. Уже внимательно, слушай радио, они впереди. Up to you. I saw three of these dusters a short time ago. They were waiting for a train. У тебя якорь станет, будь заряжать этот песок. South-east будет завтра south-east. Понимаешь, что south-east? Я понимаю, да. Inside the men, there were three bullets. That's a crazy story. What two reasons? Господа. Они напрямую домой пошли.